Еще одна опция, когда вы сделали армдрэг. Армдрэг таким образом, да, за кимоно. Это может быть и армдрэг вот такой. Вот. Да, как в вольной борьбе или как в рэпинге ребята делают. На самом деле странно, почему многие не применяют армдрэг. Бывает очень тяжело слепануть человека или перевернуть его сложно. В чем преимущество вот этого действия? Вы его не переворачиваете. Вы будете заходить его за спину. Он может быть таким же здесь устойчивым, тяжелым и сильным, а вы будете вокруг него уже компактно карабкаться и оказываться либо сверху, либо в хорошей позиции. Поэтому, когда вы вот не можете долго слепануть, и вы понимаете, что у вас надежный гард, почаще применяйте технику армдрэга, кимоно или без. Кимоно — это вот такой вариант. Варианты там такого характера какие-то. Такого. Это все может работать. Вот. У нас сейчас вот такой заклад. Такой вот. Продергиваем. Забираем. Здесь возникает некая борьба, он будет дергать, вырываться. Я понимаю, что он, видите, уже плечо начинает вытаскиваться и за спину сложновато выходить. Делаю эту ветку, вставляю колено поперек его корпуса стопой, напрягая правую стопу, прямо взбиваю, встаю на локти, раскручиваю его, переворачиваю, ловлю. Могу подтянуть его и взять ремень безопасности. Теперь мы делаем три приема здесь. Первый — открываем треугольник в сторону ног. Первое — распрямляете его руку, двигаемся к его запястью, хорошо разворачиваем колено наружу, поднимая свой таз. То есть он прячет кулак, большой палец в сторону, чтобы ложиться на бок и доделывает на боку. Но чаще всего, когда вы пугаете его болевым на боку, он опять вверх проворачивает. И здесь вы уже ловите отсюда его. Это первое. Параллельно вы можете делать и душку. Открываем отворот, душу. И делать душку руками. Берите, да, вот эту руку не возвращаться, вы ее перехватываете за запястье. Головой подпираем. И заходим сюда. Вот. И еще отдельно про крюсификс. Я сейчас вам удобную сторону покажу, на которую я делаю схватки обычно. Вам нужно его затащить довольно сильно на себя и хорошо зафиксировать. Взять ремень безопасности, чтобы его плечи не уходили вниз. Если они уходят, вы всегда, вот сейчас ползай туда, вы можете всегда его подзатащить вот так, или сидбелл, под него залезть и здесь зафиксироваться. У меня должен быть плотный контроль бедрами, то есть помимо того, что мои ноги скрещены, важно, что они вместе бедра. Вот так я его удерживаю. Вот. Теперь я вот эту тонкую работу с ногами, которая учила делать болевую. Я буду проворачивать эту руку, искать угол, под которым рука не ломается, я буду искать угол, под которым рука ломается. Чаще всего я буду со сжатыми бедрами вставать с треугольником вот таким на мусочек и, разворачивая колено, двигать свою ногу по его руке. Причем точка давления примерно вот, вот такая будет. То есть в конце будет примерно вот такая конструкция. Поднимаю таз, разворачиваю колено, рука должна быть прямая. Двигаюсь прямо запястью к запястью. Вот. При этом не выпускаю его локоть. Если вдруг в этот момент он локоть теряет, я подтягиваю колено к себе и фиксирую позицию. И опять вот его рука согнута, я начинаю распрямлять эту руку сначала, потом иду сюда, сюда, сюда. Иногда, если не хватает амплитуды, можно вот так сделать. Но в чем риск? То, что он может иногда, если недостаточно давления, выдернуть эту руку. Вам надо будет преследовать как-то и сразу ее ловить обратно. Вот сам рычаг еще раз. Вот таз вверх, разворачиваем колено, двигаемся к запястью. И ищем угол, под которым рука ломается. Если он проворачивает куда-то руку, если он проворачивает вот сюда руку, вот вверх, попробуй провернуть. Вот так, согнутая рука, вверх. Я просто